Ну что ж, приветствую вас, друзья, с вами Даниил НБ, и вы на канале Retron Console Team. И сегодня мы с вами продолжаем прохождение путешествия просто по шикарной игре Donkey Kong Country Tropical Freeze. Играем ее на Nintendo Switch. Это уже у нас получается 7-е прохождение. Продолжаем. Но прежде чем мы начнем с вами играть, хочу сказать, выразить вам благодарность за то, что вы подписываетесь на нашу группу ВКонтакте и на наши каналы на Рутюбе и на Ютубе. Видим действительно, что у нас увеличилось количество просмотров, у нас увеличилось количество подписчиков. Это круто, это приятно, это мотивирует, и мы будем стараться делать для вас как можно больше. Вот. Потому что мы, если честно, сами получаем от этого удовольствие. Мы любим поиграть в свободное время. Поэтому у нас и приятно, и с полезным. А если еще с нами есть такие же любители игр, как мы, так это вообще просто стократное удовольствие. Просто это просто замечательно. Поэтому спасибо вам большое за вашу поддержку, дорогие друзья. Вот. И еще хотел сказать, что сейчас, если вы, кстати, заметили, я перед вами в хоккейной форме, да, хоккейный свитер моей любимой команды «Локомотив», так как я из города Ярославля, это моя команда, я за нее искренне болею всем сердцем и душой. И в данный момент проходит плей-офф, и наша команда сейчас играет с командой ЦСКА, достаточно сильной командой. Долгое время нам не удавалось ее пройти в плей-оффе, вот сейчас у нас аж целых две победы подряд Локомотива на ЦСКА. Я хочу поддержать свою команду, сказать слова поддержки, чтобы, ребята, держитесь, все будет хорошо. Мы с вами вот болеем всем городом, таких как я миллионы, на самом деле. Вот. Искренне желаю вам победы. Вот. Очень хочу, чтобы вы выиграли и взяли кубок Гагарина, который давным-давно заслужили. Ну что ж, давайте продолжим. Я уже руки чешутся, хочется уже быстрее поиграть. Что-то у нас чешется. Ай. Это, наверное, надо. Кофейку было взять. Потому что с такой игрой. Так, ну значит, мы где с вами закончили? Так, мы. Ага, подводный мир. Да, мы с вами закончили маску и бриз. У нас какой Juicy Jungle. Так, ну что, погнали. Так, в инвентаре у нас один зеленый, чтобы мы, если упали, нас подняли. Воздух нам пока не потребуется. Это неуязвимость. Ну, пока, ладно, пока так оставим. Да, мы заметили, что действительно вот формат летсплея вполне актуален. Вот, то есть и помимо прямых эфиров, которых делает Vault 16, формат летсплея тоже актуален, вы его смотрите, есть просмотры, это не приятно. Ну, игра такая, конечно, что тут говорить. Шикарная. С вами это поторопились чуть-чуть и сразу же потери жизни. Так, ну, давай мы нафиг вот так было усложнять, да, вот просто поставили не рогату, ну и все, было бы намного проще. С каждым
уровнем игра все сложнее и сложнее, что вполне естественно, конечно. Предыдущий подводный уровень, конечно, был тяжел. Сколько это? Часа полтора проходили только босса. Это же... Ну, это как полноценные какие-то игры там на компьютере или там на более тяжелых консолях каких-то, да ведь? Это же столько времени потратить. Справедливости ради скажу, например, да, вот сейчас Вольт 16 на нашем канале стримит Bloodborne. И там боссы, можно больше, чем полтора часа потратить времени. Ну, вообще игра достаточно объемная, классная, вообще мрачная. Но это ее изюм, этой игры. Такой прям готический стиль игры. Как бы затягивает, заманивает. Я сам ее прям с удовольствием прошел. И Ване желаю благополучно ее пройти и получить удовольствие. Ну что-то вот у нас с вами вот по началу игры не особо донки-конки получается. Что-то мне не получается пока разыграться. Сейчас. Это странно, вот раз и континуум. Контрол же у вас одного нет. Ман, ничего. Давайте тогда попробуем, знаете, как сделать. Может, мы с вами попробуем взять в помощники сразу. Может, здесь так и рассчитано. Давайте мы возьмем, например, Диги. И нормально. Пока. Начало. Потому что что-то у нас начало не двигается. Чего? Вроде бы, да? Ерунда ерундой. А как бесит. Так. Ну чего? Вот как здесь вот угадаешь, что? Пускают. Ну, как вот, что? Ну, что я должен здесь? Как вот? Я не Марио здесь, я не могу взять звездочку там и побежать на неуязвимости здесь. Как вот здесь? Давайте рассуждаем. Ну как? Даже в самом начале уже можно умереть. Веселуха вообще. Ну, ничего. Ну а что вы думали, это же Donkey Kong? Думаете, это так все легко и просто, что ли? Это весьма нифига себе. Вполне сложная игра. Очень даже. Сколько людей мозг сломали на этой игре? Нервы. С
сколько валидола было выпито. Целую коробку. Ничего, мы продвинемся рано или поздно. Игра заставляет нас учиться и учиться на своих ошибках. Я давно это понял, Donkey Kong именно та самая игра. Ну, в принципе, и Марио тоже. Марио тоже. Особенно Марио Wonder какой-нибудь, что-то такое. Там... Joy-Con я уже рассказывал. От своей приставки я уже об Марио ушатал. Действительно, очень-очень непростая игрушка. Совсем. Ну а здесь ничего, раз уж так уж нужно. Ага. Смотрите, если мы с вами бы успели бы. Взять, там можно было просто. И расчет. Ладно, хорошо. Давайте попробуем. Сову они, конечно, поставили прямо у носа, чтобы я начинал нервничать уже с самого начала, да, прохождения всей этой игры. Замануха тут, короче, я не знаю, как убиваю, не убиваю. Нафиг, лучше вот так просто перепрыгнуть. И нет. Сохранить лучше жизни не больше. Пицца спокойненько. Что ты поймаешь, нет? О! Пазл. Лёха, что тебе? Что тебе мешало? Спокойно, пойди дальше. Так, всё. Так, движуха есть. Ну не простую, ребята. Так, а что здесь? Ага. Эй, ой, а что это? Что, стукнул? Это, что это такое? О, красота. Да, это что же они задумали такое? Нет, рисковать эти бананы. Так, все, отлично. Ой. Блин, вот эти вот телеги. Я молчу. Нафига их придумал? Чтоб человек просто умер и все, упал и все, что ли? Хочу я. А, понятно, придется. То, что надо наверх как-то подниматься. Ладно. Что делать? Ну, побойтесь. Так.
мы идем сюда. Еще раз идем сюда. А дальше ты что? Ну тут я тупо не просто не понял, что делать. Поэтому все так произошло. Кстати, ребята, напишите в комментариях, если хотите, напишите. Если среди вас болельщики хоккея, кто за какую команду болеет, поделитесь впечатлением. В этом сезоне хоккея, как сыграла ваша команда, довольны ли вы, как часто вы болеете, ходите ли вы в хоккей, давно ли вы болеете вообще, знаете, вообще интересно найти. Скажем, людей по интересам, да? Потому что я-то прямо прям всей душой. На самом деле, вся семья смотрит и болеет. Даже маленькая дочка порой тоже сидит. Если в хорошем настроении, она не балуется, она будет сидеть с нами играть. С нами смотреть, как играет. Тяжелый уровень. Смотрите, даже вот уже на старте, даже в самом начале уже тяжело. Сами стараюсь его пройти, поэтому у нас вариантов нету. Ну ёпта, ну что поделать, тяжелый уровень. Я уже боюсь представить, что там за босс будет. Ловушек всяких, колючек каких-то штуковин, которые вот ищут повод отнять жизнь. Будем поумнее, будем пробовать тогда как-то это обходить все минимально жизни. Все идут, хватает, ну вот так вот аккуратненько. Ну вот с той тележкой-то, честно говоря, мне даже было непонятно, что делать. Просто я не понял, что делать. Что? Чего ты? Ну, конечно, в принципе, ничего. Как же ничего? А, у нас же конт. Мы
Да, еще, дорогие друзья, я вот планирую примерно через 2 недельки уже включить прямую трансляцию. Прямую трансляцию, то есть не в формате летсплея, как сейчас, да, а вот прямой эфир, где мы можем с вами что-нибудь поиграть. Посмотрим, что еще поиграем. Может быть, мы вообще просто так, для отвлечения возьмем что-нибудь из классики, например, на Динге или на Сеге, и больше пообщаемся. Вот, если будут у вас какие-то вопросы, можно будет поговорить, задать вопросы, пообщаться. Ну и поиграем, конечно же, какую-нибудь нашу любимую игрушку. С великим удовольствием. Так, ну что, давайте попробуем еще раз. Выпуск уже. Ну давай. Пазл. Но беда в том, что мы не понимаем, что нам делать дальше. Мы пошли вот это вот. Перепрыгнули. Видите, как уже у нас тут. А вот здесь вот у нас получается какая-то ерундовина. Я вот немножко не догоняю вообще, что нам здесь делать. Ну, хорошо. Чего ты? Что здесь нам нужно сделать? Ой! Ой! Так, надеюсь, сюда нам даст еще раз. Там-то что нам делать? Непонятно. Ни баллонов никаких, ни мячиков, чтобы там как-то запутать побольше, что. Что делать-то? И вообще, ну ладно, не знаю, зачем смотреть. О, ничего. Ё-моё, Семён Семёнович. Все понятно, там просто зацепиться нужно за верх. Ладно, погнали. Так непонятно, как будто она должна ли спуститься. Либо на нее запрыгнуть надо, либо что. Тут я обратил внимание, что там, да, трава. Так вот. Так, вот и вот уходите вниз. Ё-моё. Пройдем. У нас вариантов других нету. Мы обязаны ее пройти. Пусть на это уйдет полно времени. Ничего. Мы не такое проходили. Да. Сложно. Знали, на что шли, правильно? Я пока дойду до этой сохранялки, я уже столько контов потеряю.
Честно, не хочется начинать запись сначала, хочется нормально с одного дубля, как обычно я делаю, проходить. Если этого делать не придется, все это будет застревать постоянно, будет что-то делать. Но движуха есть, мы уже с вами уже прямо понимаем, что почем, куда и что, что куда. Просто не будем торопиться, постараемся спокойненько, пусть не подольше времени, но постараюсь пройти. Так. Так, не прыгай. Просто ровно. Вот. Давайте не будем тратить время. Действительно, ну почему? Но все равно не нужен. Это база. С вами чисто проходим. Так. Так, все, сосредоточились, ребят. Вот он, дурацкий момент. Который просто не дает нам двигаться дальше. Совесть моя. И все хорошо было, и сердечки были, и шли так прямо. Хорошо, и... Обезьянку-то мы взяли. Ну вот. Видите как. Ну, малейший вот и все, и сначала. Давайте назад попадемся, посмотрим. Вот, все появилось обратно. Да. Не надо туда-то. Да, смысл. Да, непростой уровень, но, ребят, мы должны с вами понимать, во что мы играем, да? Кто играл Donkey Kong, еще, может быть, с классики начинал, прекрасно понимает, сколько нервов, сколько времени это занимает. Поэтому ничего такого не страшного нет. Ну, например, вот есть такие люди, которые играют, играют, и... Получается, они потом просто на игру забивают и не продолжают в нее дальше играть. Ну, как бы, ну, у меня такого нету. Ну, бывает такое. В принципе, есть, вот, может быть, ну, может быть, две игры я вспомню, которые, ну, прям совсем до краев меня довели, и как бы мне не хотелось к ним возвращаться. Может быть, были, да, вот если прям честно кинуть. Но я все равно рано или поздно вернусь. Вот я об этом знаю. И некоторыми из них мы с вами обязательно будем ходить. Это пока под вопросом Метроид. Пока свежих на данный момент на Switch Metroid Dread. Сам толком точно не знаю. Вот, но я начинал играть и достаточно так это нормально прошел, и потом я несколько дней бегал в тупике и просто не понял, что делать дальше. Вот попробуй хоть убейте. Вообще не знал, я уже устал просто. Ну, да ёпарься, да, господи, пожалуйста, ну что ж ты? Столько дней, и кручусь, где она, куда, что, куда бежать? До такой степени я там так запутался, что... Да, действительно, вот.
меня это тормознуло. Но потом я сменил компьютер, и запись, к сожалению, у меня сохранял, точнее, игры закончились, и мне, если опять начинать, это опять сам управлял. Ну, хотя примерно помню, что там куда чего, да? Опять же, это какое количество времени нужно потратить, чтобы заново все это начать. Тем более, Metroid игра нелегкая. Это занимает просто полно времени. Некоторые там месяцами проходят. Кто-то, может быть, годами, я не знаю. Всякое бывает. Но, безусловно, игра шикарная. Шикарная. Мои друзья там тоже там больше 16, да, он ее прошел. Лёха, я прошел. Метроид. Трет этот. Ой, показал мне скрин. Фотографию. Он очень подтверждение из Китая. Все честно. Все правильно. Я прошел. Но у меня нервов не хватило. Рано или поздно я попытаюсь взять. Правильно, то есть игра Metroid, это игра не такой не для каждого вообще, да. Что должен уметь, даже надо столько времени потратить на это, столько мозгов надо сломать. Ну чё? Что произошло? Как я должен увернуться? Назад, что ли, или поворачивать? А, смотрите, да, можно. Конечно, немножко это сложно. Так, погодите, я либо вниз падаю, либо сразу в бочку иду. Получается, там просто бочка сверху. Что-то нос мне чешется. Ой! Ой! Орёт, слышу за окном. Да, не учебная. Так. Раз. Зацепились, погнали. Давай. Замечательно вообще. Так, что здесь? Блин, это же надо же так придумать, а? Секундочку. Все хорошо. Да, зависим с вами на этом уровне, ну а чё?
Кстати, вот насчет, продолжая тему Donkey Kong, я проходил Donkey Kong на SNES, две части прошел, их, по-моему, три. Donkey Kong, потом там Diddy, потом вот две части я проходил. Еще, кстати, мне вот, реально очень понравилось. Ну, моя любимая первая все же Donkey Kong Country, первая часть на Super Nintendo, самая любимая. Вторая тоже замечательная, но все же первая запомнилась больше. Ну, это, в принципе, естественно, это эмоции первые с такой игрой. Да боже мой! Там еще графика такая классная. Ой. Вообще, тех времен. Графика Donkey Kong. На Super Nintendo тогда просто отвал башки просто был. Было что-то невероятное. Думаю, еще как это вообще возможно. Очень красиво. А музыка вообще там замечательнейшая. Ладно, давайте сосредоточимся. Что-то у нас какие-то маленькие совсем продвижения. Надо уже ходить дальше. Здесь будем пропускать тогда. Пусть эти штуки летают. Хватает. Вывести себя спокойненько. Этот сова пусть подлетает. Сделаем. Не будем рисковать. Что я сделал? Я хотел кинуть. Давай. Пожалуйста. Все. Спокойно, спокойно. Давай, давай, давай. Ну. Ребята. Есть. Какое-то движение у нас. Давай. Да, еще и нулевая. Да боже ты мой. Тихо,
спокойно, не суетимся, держимся, держимся, держимся. Давай, идем. Лучше было сердечко надо потратить в данный момент, чем вообще. Ты же когда видишь какую-то опасность, ты хочешь там как-то отпрыгнуть, нагнуться, здесь не может не нагнуться, там, не знаю, не вернуться, там, не лапы поднять, не что еще. Здесь нет такого. Он просто вперед либо назад. Надо это как-то этим управлять еще. Ну давай, поднимай. Бог с ним. Чтобы дальше дойти. Как вообще это вот? Честно, я не знаю, сколько вообще уровней в данной игре. Ну, не представляю, мы сейчас на пятой главе с вами находимся. Сколько их вообще всего, я даже не знаю. Надо поинтересоваться, посмотреть мы сами. Сейчас этот конт отыграем, сделаем небольшую паузу. Я при вас посмотрю, почитаю об этой игре. Посмотрим, когда она вышла, сколько мне уровней, ну, чтобы немножечко разгрузиться, да, светлой головой как бы начать дальше. Хотел бы уже этот уровень пройти. Вот какой-то ужас. Сложный. Я, наверное, еще ни разу так не застревал ни на одном. В предыдущих уровнях было немножко полегче. Прямо постарались разработчики. С такими тележками это прикольно придумали. Еще баланс надо ведь сохранить, уловить, чтобы еще не упасть. Молодец. Что же такое? Ну, эти ножки уже как-то приноровились. Давайте торопиться не будем. Вот, смотрите, пробрались. Так. Все, живем. Так. Все. Идем, 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 идем.
все хорошо начиналось. Но с каждым уровнем, с каждым разом мы все лучше и лучше у нас все получается. Прямо отсюда запись надо было делать. Будет хорошо. С переменным успехом. Вы сами видите, какие здесь уровни. Прыгать, если оказывается уже с тележки оставаться дальше. Жизни-то нам не нужны, да? Да. Максимально нужны сами. Да. Так, ну ладно, давайте, пока у нас... Сделаем небольшую паузу и мы с вами немножечко почитаем про Donkey Kong Country Tropical Freeze, да. Так, ну что же нам такое пишут интересное? Получается, что релиз данной игры впервые был на Wii U, на Nintendo Wii U в феврале, 13 февраля 2014 года. Это сейчас у нас 24 год, 10 лет назад эта игра была впервые выпущена на Wii U. В Японии. Дальше в Европе в феврале 21 и 22 дальше. Ну и на Nintendo Switch в 18 году. В Японии 3 мая 18 года. Получается, что они сделали такой ремастерит, что ли. Наверное, я на Wii U не играл, но предполагаю, наверное, там где-то улучшили графику. Там сделали ее в HD качестве, скорее всего. И в мае 18 года в Японии впервые она была запущена. Разработчик Retro Studios. Ага. Да, я вот все думал, как правильно перевести Tropical Freeze. Это у нас получается типа тропическая заморозка. Я сейчас прочитаю небольшую статью. Не буду видеть с какого сайта по этой игре, я думаю, интересно будет
когда Donkey Kong Country Tropical Freeze наконец-то появилась на Nintendo Switch, да, вот на которой мы с вами сейчас играем, многие впервые попадают в новейшее приключение Kong Adventure. По стилю она очень похожа на другие игры Donkey Kong Country, до двух игроков отправляются в 2D-платформенную экспедицию по шести островным мирам. Вот, видите, мы сейчас с вами на пятом мире, а их всего 6 будет. То есть, ну, в общем-то, уже близки к полному прохождению игры. Значит, их 6. Это хорошо. Решая платформенные головоломки и собирая по пути предметы коллекционирования. Ну, благодаря новым и улучшенным способностям для каждого из друзей Donkey Kong и улучшенной технологии управления движением, ну, да, ну, согласен, да, он стал более юрким, более активным, да, ну, игра от этого легче не стала, конечно. И улучшенная технология управления движением Tropical Freeze сама по себе представляет собой морозное испытание. Если вы только начинаете, например, играть первый раз, вот как началось, вот как начать последнее приключение. Да, и тут идет полное описание всей игры, но мы, конечно, это... Так что с 14 года на Wii U, в 18 году ее ремейк, видимо, на Switch и 6 миров дают нам возможность играть. Спасибо, Nintendo, реально, я очень люблю данную платформу. Вообще, я себя считал какое-то время Sony боем, потому что у меня... Я очень люблю Sony PlayStation и очень много игр играл и прошел. Ну, что-то вот как-то до недавнего времени все-таки Nintendo меня стало потихонечку захватывать своими игрушками, своими эксклюзивами, своим отношением к играм, особенно к эксклюзивам. Эксклюзивы мне безумно нравятся, я их всех обожаю, там и Metroid, и Zelda, и Mario, и Donkey Kong, замечательно. Просто замечательно. Спасибо им большое за это. Да, сейчас есть некоторые сложности, скорее непонятки в связи там с определенными ситуациями в мире, но я уверен, что все будет хорошо. Рано или поздно все будет хорошо. И Nintendo будет выпускать еще более крутые игрушки, которые будут заставлять нас радоваться еще больше. Но. Тем более, что, ну, по слухам, вроде как в 2025 году, возможно, какая-то еще консоль от Nintendo будет выходить. Много всяких вбросов по этому поводу. Ну, сложно им доверять, но было бы здорово. Ну, потому что даже в 2024 году приставка себя чувствует более чем замечательно. Вообще прекрасно. То есть вот у меня, например, она... Я относительно недавно ее купил. У меня до этого было еще Switch. У меня был Light. Switch Light и был Nintendo. Стандартный, классический. Вот. Но это был замечательно. Полетели. Да. Как вы думали, вот такая вот игра. Пошли. Здесь мы сделали с вами вывод, что торопиться просто нельзя. Как я прям сейчас. Да, если есть моменты, где лучше обождать. Лишь бы пройти подальше.
смотрите-ка. Ничего себе, Алексей Сергеевич. Так, ладно. Спокойно. Спокойненько. Двигаемся. Ну вот как вот, ну ладно. Есть такой заманушный момент. Хотя бы до сохранялки, если мы дойдем, уже будет замечательно. Это ж сколько времени? Здесь вот лучше, самый лучший вариант, это вот снизу. Вот как повезет. Так, все. Так, ладно. Давай. Раз. Два. Зацепляемся, не торопимся. Пропускаем. Отлично. Конечно, без помощника вот сложно. Сейчас-то что? Вот, и зачем ты мне нужен? В этом уровне. Разве что. У нас сердечко добавилось. Давай, давай. Давай назад, назад. Ну, а, да, как-то. Странно. Я думал, сейчас к нам попадут. Да почему ты дохнешь-то, господи, боже мой? Ну почему? Что за тупик-то здесь? Если еще начало игры с горем пополам, то в конце уже под занавес уже какая-то это, я не знаю. Это ужас. Что это такое? Ну.
Уже все, уже валидол уже не работает. Заканчиваются действия валидола у нас. Не надо моей жизни. Так, все. Просто вот так. Что ради, а? Че, прыгнули, что ли? Так. Так. Но у нас с вами последняя жизнь. Чё? Не хотелось бы умирать. И опять начинать сначала. С учетом, что никто не пошли сюда. Совсем бы не хотелось. Поэтому все так произошло. Чё-то... Чем дальше, тем это хуже. Чё, дерется, смотри, как это. Пузырь тут дерется ведь. Это... Что у нас? Надо понять, что там все. Давайте считать. Раз, раз, два, три. Погнали. Да, мы уже сдвинемся с этого уровня, дорогие дамы и господа. И в этом весь Donkey Kong на самом деле. С этим нужно относиться к игре с уважением, понимаешь? Такая вот сложная. Ну, она на то и рассчитана. Было бы странно, если мы с вами так с легкостью начали проходить. Лодка. Раз, два. Раз, два. Что у нас это? Вообще нет, что у нас это? Часа уже нет, без остановок. Заставляет немножко напрячься. Давай вот вниз, вниз, и я возьму. Не возьму. Какой ужас.
боюсь спугнуть. Так, есть ночь. Окрышек. Зацепились, не так дорогу все. Сейчас я открою. Хорошо. Так, пингвина. Играем. Ждем. Идем. Так. Дорогу все. Спускаемся. Включим. Едем. Едем. Все. Вот так. Типа бананы. Уж на мотивашу бананы. Здесь вот нам. Давай. Давайте смотреть. Раз, два, три. Так, здесь что у нас? Мостик. Короче, не угадаешь, когда они цепляют. Понятно, короче, будем идти просто с ними, чтобы они нас не трогали. Тут свистун. Так, тихо. Шишки не бросают. Эти штуки. Уйдемся. Идем аккуратненько. Неужели? Это можно просто... Руки вскипели просто. Ну, все же ж... Спустя... Аж... Ё-моё! Почти час. Мы смогли... Дотоптать этот уровень. Уровень сложный. Очень сложный. Ну, ничего. Повторюсь, опять же, в этом есть Donkey Kong. Все, а в инвентаре что у нас? Ничего. Ну и ладно. Ой, как красиво. Ну, что тут такое? О, здесь мы походу летать будем на бочке, что ли? Это же жесть. А, ну если это просто бонус уровень, то это... А. Понятненько. Нет, это не бонус уровень. Оказывается, нет. А бывает фишка сзади что-то. О, смотрите. А вот тут-то бонус лежит. Ладно. Прикольно, да? А-а-а!
ладно, чё. Бананов пособирали. Так. Жмякать. Облетать эти мандарины или чё это? Ай! Конечно, сложновато держать вот тут вот. Постоянно жмякать на кнопочку, нажимая. Ну чё? А, вот так вот. Ну, 15-4. Ну, в принципе, нам вот эти бананы показывают. Ой. Смотрите, как интересно. Фига себе. Ничего себе. Башкой прям в мандарин. Здесь вот сложно делаться. Здесь еще надо в эти игроки попасть. Ой, не знаю, помню сейчас. Что такое? Иди нафиг, куда ты? Ой, человек. Короче, он едет и то вверх, то вниз. Это надо будет. Если спускаться, то подниматься. Какой босс здесь будет, я даже интересно. Угай какой-нибудь. Вот такое все тропическое. Крокодил может какой-нибудь. Птица какая-нибудь. Но последний уровень, наверное, будет какой-то ледяной, скорее всего, потому что тропическое, типа заморозка же у нас. И на нас напали какие-то там пингвины. Уровень будет у нас, да, скорее всего, какой-нибудь снежный или ледяной. Какая она разнопланова. О, жизнь. Сыночка. Так, а если я просто попытка? Нет. А это не действует? Есть кого взять?
где он сначала? Сначала сверху. Поднимаемся. Да. Походу очень быстро. За буквально один, что ли, оборот подним... получается, что поднимается. Ладно. Получается, что ему одного оборота достаточно. Ой! Давай, yes. Ё-моё, теперь и вас облетать, что ли, еще? Мама мия. А что, интересно, босс нам бонус дадут еще? Дадут. Вдруг нам жизнь дадут сейчас. Раз. Вот как мы его делаем. Лучше бы жизнь дали. Эти пазлы вообще как бы. Игру не пройдут, а жизнь нам немножечко поможет. Зато прошли. Так, куда ты тут что-то будешь делать? Сначала наверху, туда. Спускаемся. Этот вечный постоянный контроль, вот нет бы, они придумали бы, вот просто вверх, вниз, а тут надо подгазовывать, кнопку постоянно жмякать, чтобы он поднялся, чтобы опустился, его опускать. Надо тайминг соблюдать, это тяжело, не так просто, как мне кажется. Возьмите джойстик сами, получите данную игру, вспомните в этот момент. Ой, все мандарины собрал. Ой! Нет, мы еще поборемся. У нас еще есть время. Ё-моё.
представляете, если бы эти игры были ограниченные, крутые, да? Скажем, 5 контов на всю игру. Или даже 10. Хотя бы конты бесконечные. Вот как вот. Игра хочет, чтобы мы здесь тоже зависли с вами, что ли? А нам не хочется. Нам пройти уже хочется быстрее. Хотя бы к шестому боссу, к шестому уровню уже подойти. Да, пятый сложный, конечно. Базар нет. Идущие 4. Поживейший. Крайне красивая игра, согласитесь. Шикарная. Яркая, красочная, разноплановая, красивая. И летаешь, и плаваешь, и лазаешь. Просто и головоломки, и загадки. И все тут. Сверху, и снизу, и сбоку. Да боже мой! Конечно. Житья вам не дам. Спокойно игру нам пройти не даст. Хочет играть. Нужно получится пострадать. Чтоб запомнили. Что Donkey Kong. Это вам не это. Это вам не то. Ну вот как вот. Видите, уже даже в самом начале и то уже можно спустить всю жизнь. Ладно, давайте сосредоточимся. Все, включаем. Сначала сверху, и сначала снизу, так поднимаемся, опускаемся,
Ого. Да, друзья, кто еще не подписан или впервые смотрит наш канал, подписывайтесь на нашу наши каналы на YouTube и на YouTube, также наша группа ВКонтакте. Много чего веселого, интересного. Общение, музыка, игры, ретро и не только. Каждый день новости. Сложно, да, вот за Donkey Kong'ом следить и за тем, что спереди, что надо видеть, как реагировать. Туда или сюда, вот как вот. Это такое вот специальное усложнение игры. Так, чего здесь мне нужно? Так, он, видимо, надо будет на него. Короче, он будет сначала сверху или... А, снизу. Теперь он сверху. Теперь снизу. Можно я просто вот так сверху пролечу быстренько и все? Сохранил. Ой! Интересное кино. Над этими лезвиями можно будет пролететь сверху или под ними исключить? Теоретически должно быть. Возможно. Ой, вот какой-то на фабрику разгрузки каких-то мандаринов. Жесть. Давай, жизнь.
Вот если бы не этот шарик, мы бы с вами сейчас начинали бы сначала. Посмотрим, как сейчас у нас получится. Там дальше все интереснее и интереснее, на самом деле. Да. Опять этот вкус. А он там вдали, смотрите, там дальше там. Сохранялка стояла. Боже мой, ну что ж такое-то? Мы ж так далеко прошли. Так. Так, вот сначала будет смотреться. Видите, поднимаемся. Теперь спускаемся. Держимся. Там было сердечко, что ли? Такое сердечко заманушено. Вроде как мы можем за ним полететь, но все равно жизнь. Здесь на самом деле в этой игре давно, ну как бы уже давно эта штука есть, как бы они специально кидают бонусы там, как бы, где очень опасно, либо порой вообще не. Алексей, нам эти пингвины, их не надо собирать. Их надо, наоборот, облетать. Мы их только с тобой собираем. Бывает просто сложно. Не справился с управлением, потому что она вот эта вот ручка, лично падает вниз, нужно задирать ее наверх миллионным клацанием. Нажатием на кнопку, чтобы она это слетала выше. Thank you.
прошлый раз, по-моему, я просто сверху пролетел, и тогда у меня... Он меня не задел, по-моему. Сейчас попробую. Да боже мой, вот она, сохранилка-то. Давайте, чтобы с нуля начать новый конт, все равно, даже если мы сейчас далеко пойдем, у нас всего останется одна жизнь. Thank you.
Вот куда от тебя деться? Куда? Вот что я должен сделать, чтобы... Вот как? Как я мимо тебя прилетал, раньше? Тратя жизнь? Неужели по-другому нельзя? Вот чего? Неужели вот без потери жизни там не прийти? Ничего. Так, надо сделать небольшой перерывчик, я чувствую, потому что руки уже не слушаются нас. Да, ребят? Кстати, могу вам пока показать, что у меня на данный момент есть на приставке, на моем Nintendo Switch. Это, конечно же, Donkey Kong, Mario Kart Deluxe, вот восьмая часть. Замечательная игра, потрясающая. Хоть бы и кажется, что визуально может быть казаться простой, на самом деле игра очень крутая, вообще замечательная. Я прошел всю. Ты получил массу удовольствия. Реально, на данный момент, на 2023 точно год, я точно знаю, на 24-й, может быть, будут какие-то изменения, не знаю. Это была самая популярная, самая продаваемая игра на Nintendo Switch. Самая. Mario Kart Deluxe. Прекрасно играется и в соло, и вдвоем. А мультиплеер через интернет вообще замечательно. Очень крутая игра. Бесконечная практически. Далее вот буквально вот на 24-м году вышел Марио против Донки Конга. Очень, кстати, прикольная игра, но мозг надо там поломать. То есть она сделана в виде головоломок. Нужно находить пути, чтобы пробраться к двери. То есть взять ключик и открыть дверь. Тоже достаточно прикольно. Следующий эксклюзив — это у нас Astral Chain. Крутейшая игра, на самом деле, очень мне нравится. Энергичная, мощная, красивая, яркая такая, такая в стиле аниме и биомехов. Интересно, я думаю, что возможно, а следующая трансляция у нас будет, возможно, именно по ней. Вот, потому что я и начинал, ну, прошел недалеко, поэтому начну, наверное, с самого начала, чтобы полноценно можно было ее посмотреть. Ну, конечно же, Dark Souls Remastered — это первая часть. Вот. Прикольная игра, такая, да, тоже нервотрепательная игра, но она имеет место быть, замечательная игра. Last Fate. Очень классная игра, она что-то типа по атмосфере, что-то типа Bloodborne, только она не 3D, а 2D. Вообще очень крутая игра, сложная, но Metroid
Metroidvania такая, то есть нужно будет искать пути, возвращаться, прокачивать сити, искать. Но она такая мрачная и в таком готическом стиле, как Bloodborne. Я не знаю, эксклюзив это или нет. То есть идет ли она еще где-то, не в курсе. Но игра крайне классная. Вот я вам ее вот рекомендую. Пока... А, ну, да, как же. Кирби. Кирби. Возвращение. Dreamland. Страна снов какая-то, да? Deluxe версия. Классная игра, тоже эксклюзив. И небольшой сборник Mega Drive Classic. Там несколько игр из Sega. Вот, кстати, когда я запланирую запись непосредственно уже с сеговских игр, наверное, будем запускать именно с этой штуки. Ну ладно, давайте продолжим. А, замнули руки, полетели. Здесь есть жизнь, то можно взять. Так, смотрим вниз. Вниз. Жизни-то нету. А куда деваться-то? Он, значит, сначала по низу бросает типа ягоды, потом получается по верху типа бросает эти. Если
если мы всегда будем жизни хватать здесь, на этом моменте, у нас будет много попыток. Крайне начинать сначала не придется. Это уже очень хорошо. Так, смотрите, сначала... Сначала наверх, потом... Как что? Непонятно. Я не понимаю, как, что здесь, как? Посередине, что ли, лететь здесь? Ну, просто непонятно, какое движение. Получается, наверное, мне сначала уже наверх, потом, наверное, вниз. Так что... Просто тут не видно траектории, куда они падают. Они в разброс как-то летят эти ягоды, как в конце. Непонятно, какое оно. Куда они? Видно, откуда они. Вверх, вниз, наверх, потом там какая-то штука посередине была. Видели, да, там какая-то деревянная штука свалилась? Все, он видит, да я. О, ребят. О, это было сложно. Это было сложно, мы это сделали. Мы это сделали. О, как у меня болят пальцы. Так, ну давайте
и так немножко затянули, потому что на 5-1 мы очень долго играли. Давайте на сегодня закончим. Следующая трансляция будет у нас уже там уровень 5-3. Будем двигаться дальше потихонечку. Приходите на наши трансляции, подписывайтесь на нашу группу. Всем всего самого доброго, всем самого лучшего, самого хорошего, всем самого теплого вам и вашей семье. Ну что, всем пока. Пока.